Привет, ты на канале We Up Music. Меня зовут Саша Вудстайл. Всем привет, меня зовут Кристина, и сегодня мы будем слушать трек Look Manapa Denzel Washington. И в конце этого видео мы из комментариев выберем трек, на который снимем следующую реакцию. Поехали! Мерс? Черный Мерс. Кабан это, по-моему. Да, это кабан. Нам обещали жесткий кач. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес из Бензи. Стреляет очередной бэнгер. Такой же опасный, как Дензел. Подкатываю в клуб на флексе. Люди вокруг все дэнсит. Стреляет очередной бэнгер. Такой же опасный, как Дензел. Дензел. Неплохо, так неплохо. Стиль, я дарю стиль тем, кому до него не дело. 4-0, я жму на газ. Классика, чисто на классе. Рядом мои джиги на массе. Пару косых в моем басе. Иду к своей цели. Гоу, гоу, гири, гоу, гири. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Крутится жизнь под спиной. В этой жизни я вину. Вашим дамам нравится мой голос, моя гамма. Дай мне микрофон, это моя катана. Офигенно. Сносит ураган нам. Салам всем тем, кто с нами. С настоящими сердцами. Время вода. Я плыву по волнам. Своим родным берегам. Ну хорошо, слушай, прям и флоу, и прям меняется ритмика, и интонации, напевы, кайф. Напевы вообще. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес Бензи. Стреляет очередной бэнгер. Такой же опасный, как Дензел. Подкатываю в клуб на флексе. Люди вокруг все дэнси. Стреляет очередной бэнгер. Такой же опасный, как Дензел. Дензел. Это стиль, это kill. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Bitches, bitches gonna feel. Нравится, очень нравится. Bitches gonna feel. Четко. Bitches gonna. Он как будто знает, вот куда подлезть надо со своими треками. Прям вот сюда. Сюда. Подлез сюда прям. Сюда. Подлез, подлец. Подлец, да, подлез. Свежо, свежо звучит. Круто. Биток еще прям такой жирненький, хорошенький. Угу. Это стиль, это стиль. Это стиль. Коротенький, да, трек? Да. А нет, 3:25, нифига себе, коротенький. Вот что значит хорошая песня, да, пролетела, мы даже не заметили. Что я хочу сказать. Мне понравились строки «Кручусь как спиннер», «В этой жизни я виннер». Ну, так простенько, но прикольно. Они как минимум запомнились, да, с первого раза. Я хочу сказать то, что мне очень хочется послушать много-много треков у Look Manapa, но я не могу это сделать, потому что мне нужно будет еще снимать реакцию, а мне нужны первые эмоции. Ну, что-то мы хвалим, даже, не знаю, придраться к чему-то хочется, чтобы не говорили там, что мы подлизываем. Ну, есть у него схожесть с Хиру, мне кажется. Какие-то читки, да. Что-то вот... Ну, мне вот момент то, что это «Я дарю стиль тем, кому до него не дело». Это стиль, вот это чем-то напомнило, да? Не, круто. Но если разбирать это все детально, там, текст, сам трек, все, ну, я не знаю. Можно почитать текст. Да, можно почитать текст. Давай почитаем текст. Я быстренько зайду.
Он читает про то, что дамам нравится его голос, про его движ, то, что его музыка сносит ураганом. Дамам нравится, сносит ураганом. Все четко, прям. И в тексте даже. Все четко. В общем, легкий такой текст, не напрягающий. Он читает в основном про свой движ, что рядом с ним его джиги на массе, что в его голове дурман. Вот, и все круто, все четко. 140 км в час он мчит на Мерсе. Все, что надо для кайфовой жизни, да? Ну, не все, конечно, но иногда стоит расслабиться, да? Рэперы любят Мерс. Рэперы. Да все любят Мерс. Мерс. Мерседес. Хорошая тачка. Кто любит Мерс, пишите в комментариях. Нет, есть кто любит БМВ. А, я, кстати, люблю БМВ. А я в машинах не шарю. Ну и по традиции сейчас мы выберем трек из ваших комментариев, на который сделаем следующую реакцию. Поехали. В общем, листаем комменты. Оказывается, у меня их много. Подписчиков не так много, а комментов много. Это хорошо. Спасибо вам, респект. Уважуха. Жасулан Балтин прислал нам сообщение. Реакция на песню Энди Панда «Грубые мантры». Можно? Рахмет заранее. Ну, собственно... Можно. Можно. С вами была Кристина. Меня зовут Саша Вустайл. Вы были на канале Way Up Music. Увидимся.